Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле правительства Подмосковья и органов местного самоуправления. Несмотря на это, трагические случаи, связанные со взрывом бытового газа в многоквартирных домах, все же случаются, доложил начальник отдела муниципального жилищного контроля Владимир Романов на еженедельном совещании главы Одинцовского округа. В этом году на территории Московской области произошло два случая. В городском округе Ступино и в Мытищах были взрывы, разрушение многоквартирных домов. Во избежание этого в регионе начала действовать новая программа «Гибкая подводка». Жителям предоставляется бесплатная услуга по замене проржавевших деталей. В основном это жилые помещения в старых домах. Выявлено, что подводка металлическая, которая подходит к газовому оборудованию, уже в каких-то местах проржавела, краны не действуют. И разработали такую акцию — установку гибкой подводки для многодетных малоимущих семей, одиноко проживающих, ветеранов, пенсионеров и семей мобилизованных граждан. Теперь необходимо все силы направить на массовое оповещение граждан по такой услуге, подчеркнул глава округа Андрей Иванов. При этом главной проблемой по своевременному обслуживанию газового оборудования до сих пор остается ограничение доступа в квартиры. Идеально и прозвонить, если бы приходила смс-ка с полным описанием того, что происходит, кто подойдет, что это бесплатно. Будут установлены и датчики, и сама вот эта гибкая подводка, то я думаю, что и двери бы открывали. Кроме этого, в нашем округе проводится установка датчиков загазованности. Они уже работают в более 5500 квартир и более чем в 700 частных домах. В следующем году планируется установить еще 4564 датчика. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».